На сцене областного молодежного центра «Химик» участники первого фестиваля авторской песни «Камертон». И открывает программу Игорь Игумнов. Первый раз взял гитару в руки, будучи учеником 6 класса. С тех пор не расстается с семиструнной. В репертуаре Игоря более 90 песен собственного сочинения. С опытом уже стало получаться, как, например, намурлыкаешь себе первое четверостишее, а потом уже можешь без гитары ходить там маршрутки где-то там, сям, работать или что-то делать, там, готовиться ко сну, там, ужинать. И процесс там раз-раз идет, о, там удачно сложился куплет, допустим. То же самое, ну, то есть матрица припева, если уже, допустим, родилась, то потом доработка может происходить где угодно. На сцену один за одним выходят исполнители, одеты просто. Некоторые со слегка небрежной прической. Для авторов внешний вид не главное. Особое внимание содержанию. Душа, чувства, романтика, гитара. Об этом тексты исполнителей. Всего же на конкурс подали заявки 73 любителя авторской песни. Среди них индивидуальные и коллективные. Омский зритель аплодировал не только мастерству местных любителей бардовской песни. Еще и гостей из Барнаула и Республики Казахстан. Для меня это основное занятие. Я занимаюсь организацией фестивалей, встреч, концертов, гостевых туров и так далее. Для меня это все. Песня, гитара и глаза, и лица, и души людей, которые слушают эту песню и становятся с тобой на одной волне, которые попадают в одну орбиту с чувствами, которые у меня и так далее. То есть это для меня очень важно все и настоящее все. Фестиваль авторской песни поэзии «Камертон» прошел в Омске впервые. Он собрал талантливых, ярких людей, которые поделились своим творчеством, подарили свои песни и музыкальные композиции. Мы, конечно, в первую очередь хотим популяризировать этот жанр, познакомить нового зрителя с этим жанром, привлечь старого зрителя, которого немало в городе Омске. Ну и, конечно, открыть новые имена. Конечно, дать возможность тем ребятам, которые хотят играть на гитаре, хотят писать хорошие стихи, хорошую музыку, проявить себя и чему-то поучиться, потому что у нас очень много мастер-классов, то есть мы показываем гитару в разных ее проявлениях. «Камертон» отзвучал, но участники фестиваля условились встретиться на сцене Омска ровно через год. Их авторская песенка еще не спета.